нашем регионе установилась настоящая летняя жара, и столбики термометров продолжат подниматься вверх. 23 июня в Серове ясно, утром плюс 20, днем воздух прогреется до 31 градуса тепла, ночью плюс 18. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде мало облачно, утром плюс 20, днем столбики термометров поднимутся до плюс 31, ночью плюс 19. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В столице облачно с прояснениями, утром плюс 19, днем до 29 градусов тепла, ночью плюс 21. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.